туралы былай айтпаңыз. Ол жай қобалжып тұр. Ол талантты. Кеттік балам. Біз оларға әлі көрсетеміз. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Вы кім? Мен сізге келдім. Я вас где-то видел. Что вы хотели? Балам туралы сөйлесу керек. Ваш сын самый гениальный, лучше всех читает стихи, на всех свадьбах там, самый музыкальный. Извините, я вам ничем не могу помочь. Жастар сужган купьянды блям на Алихан. Вы о чем? Извините, уходите, иначе я вызову охрану. Карлсон, ты хайдар от никес, я сам Алихан! Сумасшедшая какая-то. Неделю уже достаю. Ну, Алихан, поздравляю. Главная роль в новом спектакле ваша. Наконец-то. Спасибо. Спасибо, что оценили мой талант. Всего доброго. Господи, опять вы. Что вам от меня надо? Кисым деме. Менің әкем. Даңқты актер. Сен біздің үйге талай келіп жүрдің ғой. Не, было такого, я не помню. Болды, болды. Ол сенің аузыңа бәрлігін түкіріп, немересінің аузына түкір көлгерме кетті. Что вы несете? Никто мне в рот не плевал. Я родился талантливым. Өтірік. Ол қазақтың дәстүрі. Енді сен менің ұлымның аузына түкіруге міндеттісің. Сонда ғана ол даңқты актер болып шығады. Это же полный бред! Это же не гигиенично! Ақылбек, Ақылбек, аузыңды ашшы. Актер бол. Быть или не быть? Кофе или чай?